Привет, дорогие друзья! Сегодня я рад приветствовать вас на турнире по историческому фехтованию «Вызов 2014». Сейчас мы находимся в экспоцентре Новосибирском. И здесь, на этом листале, сейчас пройдет невероятный такой фестиваль исторического убер-насилия. Это будет турнир по историческому фехтованию, на котором сойдутся лучшие бойцы Сибири. Это Новосибирск, Томск, Омск, Кемерово. Уже четвертый раз я организую вместе с моим клубом турнир по историческому фехтованию «Вызов 2014». Турнир является старейшим турниром по историческому фехтованию в Новосибирске и имеет богатые традиции. Типичный новгородский доспех 14 века. Он называется анцифор. В среднем вес доспеха килограммов 15-20. Очень тяжелый доспех и применялся в основном конными воинами. Единственный возможный вариант полной защиты ног, голени и колена – дмитровский.